С начала года в регионе утонули 26 человек. Все это связано с купанием на необорудованных водоемах. Специалисты делают замечания, но жители не обращают на это внимания. В этой связи ответственные лица снова вышли в рейд. Сделали устные предупреждения. Теперь штраф за несоблюдение правил будет составлять около 6000 тенге. Согласно постановлению главного санитарного врача, в настоящее время запрещена прогулка на берегу Урал и купание. Мы заметили, что жители не соблюдают это правило. Большое число отдыхающих на территории от центрального пляжа до микрорайона Геолог. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полиция области предупреждают жителей. Так что, В целом это мероприятие проведено в рамках республиканской акции «Безопасность на водоемах». Здесь не остаются без внимания водоемы в районах и отдаленных селах. Цель – предотвращение несчастных случаев. Цель данных рейдов – это предупреждение, предотвращение чрезвычайных ситуаций на воде. Сейчас на территории города Атырау привлечено к административной ответственности более 300 человек. Это те люди, которые купались в специально необорудованных местах. Обращение гражданам и гостям города – это соблюдать в первую очередь требования карантина. Дальше не оставлять без присмотра детей. В целом в этом году зарегистрировано 26 несчастных случаев на воде. 16 из них произошли с начала купального сезона. Из 26 человек был спасен один. Остальные погибли. Их тела были найдены в течение 2-3 дней. Сотрудники службы ЧС предупреждают, что в такой ситуации необходимо быть особо осторожными. Камбат Дайыр Кыза, Айымгүл Харуна, Тлекабыл Гумаров, телеканал Атырау.